Дорогие мастера, всем привет! Сегодня с вами я, Татьяна Ташута, и обзор очень интересных клеев. Я заказала для себя синий и коричневый клей, хотела их протестировать, посмотреть, как они в работе, как они влияют на линию возле века, получается она чистая, грязная, какой дают оттенок. В общем, для меня это было очень интересно, потому что я на самом деле не видела цветных клеев. Вот, являюсь сама производителем, у нас только черные и прозрачные, поэтому мне хотелось поэкспериментировать. Вариант был выбрать красный, коричневый и синий. Я выбрала коричневый и синий цвет. Очень ждала. И в результате получился такой неприятный эксперимент. Сейчас объясню почему. Потому что клея пришли очень красиво упакованы. Есть такая упаковочка, видите, такая фирменная. Фирма называется Deluxe Professional. Но она находится не у нас в Украине, потому что я знаю, что у нас тоже есть Deluxe ресницы и материалы, они нормальные. А это Deluxe Professional, фирма, которая находится в Италии. То есть клея мне шли с Италии. Стоимость одного клея составляет, по-моему, 25 евро. То есть два клея обходятся где-то в 50 евро. Но вы понимаете, что это как бы не самая дешевая ценовая политика. И, в общем, мне хотелось очень поэкспериментировать. В итоге получился такой неприятный эксперимент, потому что клея оказались засохшие полностью внутри. В общем, когда я их открыла, ну, видите, я сняла носик, потому что думала, что сниму носик, и, возможно, хоть какая-то капелька здесь будет. Клей, на самом деле, должен был быть синего цвета, но он полностью... Вот сейчас я вам попробую. Это дежурные пинцеты у меня. Он полностью там сполимизировался, полностью высох. И получилось вот такой комок, который даже не вытаскивается из бутылки. В общем, вот так выглядит испорченный клей. Что это означает? Либо по срокам годности он уже просрочен, либо, ну, скорее всего, что по срокам, потому что на упаковке абсолютно нигде не указаны сроки. Чаще всего их указывают сзади на бутылочке, должны быть указаны сроки. У этого клея их нет нигде. Ну, можете посмотреть, здесь нету срока годности, здесь написано только циферка 3 и все. Что касается коричневого клея, то же самое. Я уже не стала мучить этот тюбик, потому что как определить, клей хороший или нет, и работает он еще или нет, вы можете просто его попробовать взболтать. Любой качественный клей, который еще пригоден к работе, он обязательно будет внутри бутылочки, как такое, слышать вы его будете, да, что он туда-сюда болтается. Так вот, этот клей полностью высохший, и я это поняла сразу после того, как открыла бутылочку, но была надежда. Поэтому абсолютно ничего не слышно, кроме скрипа моего стула. В общем, и когда, конечно, его открываешь, он даже не капает. Поэтому я не смогу вам рассказать, как работать с цветными клеями, как работать с коричневым, красным и синим клеем. Я надеюсь, что производителю, когда я к ним обращусь, они мне поменяют эти бутылочки на свежий клей, и я все-таки смогу провести свой эксперимент, тот, который планировала. На данный момент фирма Deluxe Professional, которая находится в Италии, я их не могу рекомендовать как качественных производителей, потому что ждала клей долго, ждала издалека. Получилась очень такая большая для меня лично неприятность. Само оформление и дизайн у фирмы красивый, качество, к сожалению, желает лучшего. Поэтому выбирайте только качественных, хороших производителей. Рекомендую вам свои материалы. И прощаюсь с вами. До скорых встреч в новых видео.